Добрейшего дня, друзья. Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiz. Снова мы в Канзасе, в музее миниатюр. Случайно натолкнулся на стенд, посвященный Звездным войнам. Игрушки и прочее. Все про Звездные войны. Удивлению моему не было предела. Никогда даже себе представить не мог, что это такая популярная тема. Ну, понятное дело, это Америка, Звездные войны. А здесь увидели много лет назад. Это только в России зрители к Звездным войнам прикоснулись в начале 90-х. А здесь Звездные войны уже хорошо знают. Вот, какое же тут количество этих самых вот игрушек. Просто безумное количество. И всякие постеры, коллекционные вещи. Вот такой вот истребитель Альянса. Даже с пилотом. Ну и, естественно, Люк Скайуокер. Роботы всякие разные. Чувака. Опять же, вот эти вот непонятные существа с глазами в капюшонах. Я не настолько фанат Звездных войн, чтобы знать всех персонажей, как называются, но вот этот вот джедай у нас. R2-D2. Принцесса даже есть вот эта вот. Из первых трех серий. Вернее, из последних трех серий «Звездные войны». А кто смотрел, то вначале Джордж Лукас снял последние три серии. А первые три серии уже доснимали, когда компьютерные технологии продвинулись. Да, сильно. Очень сильно. Фактически, купив весь этот набор, можно в домашних условиях полностью проиграть все эпизоды «Звездных войн». Все. Все персонажи есть. Ну или практически все. Он с 1977 по 83 год. Такие вот игрушки. О, вот это вот. Самый важный предмет. Люка Скайуокера, сабля. Вот такую купить и пойти всех капусту шинковать. Надеюсь, что вам это видео понравилось. Пишите свои комментарии. И если оно вам понравилось, выкладывайте в социальные сети. Хорошего дня!